По улицам города гуляют разукрашенные люди, а это значит, в парке культуры и отдыха проходит долгожданный Colorfest. Каждый раз мероприятие собирает как минимум 1500 участников. Краской с удовольствием обсыпаются как взрослые, так и дети. Основная суть мероприятия – это когда гости, собравшись вместе, становятся участниками этого мероприятия, единовременно набрав в руки краску, подкидывают ее. Вот это «Красочный залп» называется, это суть мероприятия. Далее играет популярная музыка каждого сезона, выступает активный MC или диджей, так сказать, заводит толпу и с ними проводит разные активности. Подобные фестивали проходят раз в месяц в летнее время. Стоимость пакетика краски 5 рублей проверена, одного хватит на компанию из нескольких человек. Через считанные секунды воздух за моей спиной окрасится в разные цвета. Организаторы говорят, порошок легко смыть, он гипоаллергенен, в составе лишь крахмал и пищевые красители. Имеются все сертификаты. Тех, кто боится, что краска не отстирается, организаторы успокаивают. Смыть ее с кожи и любой поверхности можно теплой водой. Подойдут даже влажные салфетки. Краска абсолютно безопасна для всех, как для обычных посетителей, как для аллергиков. Она очень легко смывается водой, все отстирывается. Если она вдруг попала вам в глаза, нужно просто ее проморгать, и все безопасно. Цветной порошок разыгрывают в соцсетях организаторов накануне мероприятия. Также непосредственно в момент проведения MC выкидывает пакетики в самую активную часть публики. 7 ярких расцветок – фиолетовый, зеленый, оранжевый, голубой, бирюзовый, малиновый, желтый. Кажется, они здесь повсюду. Большим спросом среди девочек пользуются малиновые, среди парней – желтые и синие расцветки. Здесь очень классно, хотя я даже если в первый раз, ну, это просто впечатление незабываемое. Это вот эта музыка, диджей, сама эта атмосфера музыкальная вот эта вот. Весело, развеется. Позитивная обстановка для детей, чтобы им весело было. Спасибо городу, что это организовали. Очень заводит музыка, диджей классные. Скачем, краска всыпаемся, очень интересно. Было очень круто, весело. Мы первый раз пришли, очень классно. Появившись в 2015-м, Colorfest стал настоящим трендом. Организаторы уверяют, это не просто красочная забава, а стиль времяпрепровождения. Повод для молодежи выйти в офлайн, общаться и знакомиться вживую. В ближайшее время парк продолжит радовать своих посетителей яркими событиями. 22 августа пройдет конкурс «Играй гармонь», «Золотая теща» планируется в сентябре. Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.